Ziua învață, iar seara dansează. Anastasia Lisin din Bălți știe să combine utilul cu plăcutul și să-și inspire colegii să fie mai activi. La vârsta de doar 16 ani, tânăra și-a pornit propria afacere. Acum Anastasia are 18 ani și este elevă în clasa 12-a, deși este ocupată cu pregătirile pentru examenele de bacalaureat. Orele de dans sunt și ele o prioritate. Tânăra predă dansul pe tocuri, un antrenament eficient care tonifiază corpul și scoate în evidență feminitatea. Moi puți trenera начался с группы, где было 4 человека всего лишь. Это был маленький зал, маленький закуточек, где я занималась буквально, тренировалась на своих родственников. То есть это была двоюродная сестра, мама, родная сестричка и моя тетя. Моя танцевальная, скажем так, история началась в 12 лет, когда я впервые пошла в группу в центральном ДК культуры. Elevii Anastasiei spun că tânăra îi inspiră și vin cu plăcere la orele de dans. Почему именно к Насте? Потому что я о ней слышала, вот, потому что к ней ходит моя подруга. Сам прекрасный человек, потому что она вечно вдохновляет девчонок на лучшую импровизацию, как и танцы, как и в целом какие-то движения новые, которые можно познать через них себя. La școală, Anastasia este o elevă sârguincioasă, cu o medie anuală de cel puțin 9. And I'm so excited too, and it is so interesting for me because I'm for the first time. Yes, for the first time. Просто надо быть в первую очередь ответственным человеком и понимать, что в первую очередь работа – это то, что ты должен на данный момент совмещать с учебой, а не учебу с работой. Когда я просматриваю ее видео, это прям ну просто какой-то вау. Она как друг. Замечательная. Она, когда нужно, поддержит, когда нужен совет, она посоветует что-то. Восхищаюсь ей, потому что так много работать и еще и хорошо учиться, это очень тяжело. У Насти всегда отличалась творчеством, она была очень интересной молодой леди всегда, могла привлечь ребят, увлечь ребят за собой. Многие школьных, классных дел проходила именно с участием Анастасии. Visul cel mare al Anastasiei este să-și deschide propriul studio de dans.